Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Художественные, артистические и литературные способности этим людям присущи необычайная интуиция, интерес к экзотерическим наукам, отсутствие комплексов, желание руководствоваться собственными этическими нормами. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Владельцы этого имени имеют индивидуальные особенности человека, как доброта, человеколюбие, интуиция. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквой «Х», вы не встретите. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Часто владельцы этого имени отталкивают от себя потенциальных соратников и партнеров грубостью и несдержанностью. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.